соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. 25 июля очередной миграционный караван был отправлен из жилого комплекса Гобу Парк 3 в Гарадакском районе города Баку в родные края. Семьи поселятся в домах, которые после прекращения оккупации были восстановлены или перестроены по указанию главы государства. На этом этапе в город Лачин переселились еще 19 семей, 89 человек. К настоящему времени в Лачине обеспечено постоянное проживание 152 семей.